меня такое ощущение, что ребелы жрут комбовскую регу. Мы же с тобой на этом сервере играли. Ну вот, у меня такое же было ощущение, что какая-то хрень. Реально, бля, все уже так сказали. У комбов рега хуже, а у ребелов лучше. Да. Да. Было такое. Когда злится, он смешно играть начинает. Да ладно. Да. В каком смысле? Ну что? Но он обычно, когда играет, он в принципе не потеет, он так фанится. А иногда он злится и начинает потеть. И это прям видно. Ну он на расслабоне обычно, да, как-то играет. Но он играет так, с элементами, для Тёмы какого-то. А сейчас видно уже, можем. И это они еще рейбовы, блядь. Короче, ты ему всю игру заруинил. Да я не руинил, что? Раздраконил афериста. Даже тиран не может спасти ситуацию. Тиран сейчас подруга. А? Ну хуй знаешь. Пока что-то не сулит. Они свою игру не могут найти. А синий свою игру нашел. Да это охуенно, потому что.
интересно, они в Дискорде? Кто? Спакс, ой, Айфер с этим, с тираном. Нет. Они без связи. Да? Да. Иногда такое чувство, как будто бы общать во время игры. Не. Thank you.
Ну смотри, они почти уже. Но прошло пол игры, и они ребелы, так что я считаю, они уже проиграли. Независимо от исхода. Hello, hello! Happy New Year! Синий в хорошей форме сегодня. Где сметанка? Понятно. А чё она поудаляла это всех? Расскажи хоть, что случилось. Так это он у неё остался. Сметанка? Ну, она тебе. Она маленький хейтер. Что она? Она хейтер. Блин, тебя плохо слышно, реально. Я говорю, сметанка, она хейтер.
О, вот так хорошо. О, вот так хорошо. Какой он хейтер, но няша. Но она няша, но у них какие-то заскоки странные. От чего случилось? О. Почему она всех удалила? Не знаю. Откуда ты знаешь, что она всех удалила? Она сама сказала. Нифига. Нифига. Странно. Она вообще в этот матч не заходит? Заходит, почему? Играет? Ну, что-то я не помню, давно не. Ну, она заходит, говорит какую-нибудь хуйню и сваливает. Так оно. Вы же вроде много играли вместе. Да, так я тебе говорю, она сама так сказала. Странно. Ей никто не делал ничего. Может, ты обидел чем? Я точно. Бредовая у них игра. Учитывая, что рейбл у меня.